Мы видим, что вы здесь были. Да? Можно не фотать? Нет, да. Не, фотать надо, но доказательств будет достаточно. Она сухая. Да я уж понял. Пускай хоть раз болотик куда-нибудь залезет, а то они сухие. Ну да, штурман же должен работать. Работает. Сам поднимешься наверх? Ну что это? А как уменьшить ее, а? Вот этот номер второй зверь, то есть не гос номер, а второй. Нормально будет? Денис! Чего уменьшить-то? Как уменьшить? Ну роликом там, Серег. Ты на шею одень. А? Аппарат на шею одень. Чтоб прям с ним упал, вот. Да. Либо номер, либо какой-то. Ну роликом, блин, Серег. Там он один ролик, сверху, который фоткает. Понял? Да. Да, слишком я тепло оделся. Как думаешь, сам, я думаю, вылезет сам. На таких колесах, я думаю, вообще без проблем. Тут я наклон. Думаю, на колеса прямо его надо поставить. На... Блять. Вот если бы была влажная, вот эта глина, а что? Да? Ну да, была влажная, сами бы не выделали. Да. Повезло вам. Да, уж это точно. Что, бортовой попал? Вот это номер попал. Ничего? А это не считается. Нет, у вас бортовой попал? Бортовой нет. А должен был бортовой номер попадаться. Да ничего страшного, я зафиксировал. Только бортовой? Да. Не, а как? Только бортовой, не считается. На брифинге говорили, это только бортовой. Нет. Нет, Денис, ну они же взяли точку. Нет. Как нет? На брифинге сказано, что не было вопроса. А у них у всех вот так наклеено? А где хочется, там где хочется, мы клеим. Потому что там только жопу видно. А что делать? Бортовой номер, Чермен, что делать? Фотографируют бортовой номер и точку. Бачком подъезжают. А зачем он там ее прилепил? Не, посмотри, видно тут бортовой на этой точке? Последние две фото. Только бортовой номер считается. Оператор на косе еще нет. Еще одна точка, да, была с госномером. Главное, что точку взять. Вот это должна быть. 24. Все, видно, Серега? А что не боятся в забродах замочиться? Ты же в забродах, зайди в воду, что ты? Так считается точка? Ну, вроде нет. А почему нет? А где? Где бортовой номер? Нет, это тут, блин, сейчас. Бортовой тогда видно. Ну и что, видно бортовой, видно точку. Не, это 51-я, это... Серега, а вот последнюю точку, 17-ю, посмотри. Видно бортовой? Передом? Передом? А он же, он потом не выкинул, слепит, где сзади на него. Серега, заходите в воду, сзади. Давай, что не надо? Отворачивай сразу, что ли? Это только начало! Будет хуже? Конечно. Там, на той стороне, там болото прямо вот, ну были, по крайней мере, неделю назад, там очень же, вот, ну, там просто трясина. Не, там доехать туда на любой машине, я, наверное, просто туда доехал. Так, чтоб точку взять, конечно. Забрел все-таки он. Слышь, какая глубокая там вода, эй. Да, глубокая. Знаешь, какие здесь щуки водятся? Вот такие щуки здесь водятся. Блин, я серьезно. А я видел тут рыбаки живут. Да, а я говорю, какие тут есть? Ну, говорю, такие. Да. Окунь. Свечки они, наверное, спокойно сюда заходят. Ты там был дальше? Честно говоря, нет. Только сейчас покажу. Поехали. Там вот река, да. Шириной метров 50. Я видел, я там ездил через мост. И ну что? Там мост есть железный. А ты специально дверь закрыл с номером? Рыбаки последний раз были, рыбаки сидят и удят.
эти, прямо вот спиннинги. Он специально дверь закрыл с номером, что не видно. Открыл специально с номером. Это номер раз. Как они будут фоткать нормально с воды? Я как раз и говорил, нормально будут фоткать. Это кто говорил? Что? Вот отсюда. Кстати, вот на берег отсюда фоткать. Не, а метку не видно отсюда с берега. Не видно? Она же там за машиной. Там этот дупло. Только с воды. Или с дерева, или с воды. Надо сделать точку так, чтобы еще сфоткать плохо было, неудобно. С той стороны подъехать это одно, а сейчас фоткать надо. Да. Ну штурман должен работать, а как? Он что, пассажиром просто сидит? Да, ее как щелкает. Мы все учитывали. Мы все учитывали. Народ уже подъезжал, фотографировал. Мы же и работу штурмана учитывали, и все учитывали. Ну, это и то слабо сейчас все. Это так. Тренировка. Нет, мы вот первый раз делать слабо. Вот там вот на той стороне вот есть реально места, которые, ну, не вариант их не переехать, короче. Ну там вот другого выхода нет, только можно переехать реку. Только переезжать. Все. То в любом случае они вот так должны влезть, по-любому. Там варианта нет. Но они там дальше.